Полицейский рейд начинается ежедневно в 21 час. Любителей адреналина чаще всего можно встретить на улицах Новосадовая, Московская и Красноглинское шоссе. Среди нарушителей есть и владельцы спортивных байков, и подростки на китайских мопедах. Документы приготовить, паспорта. А кто купил мопед? Отец. Отец? Да. А он за тебя не боится? Ну, он знает то, что я хорошо вожу. А то, что ты вот сейчас нарушал и вез пассажира, он это знает? Ну, мы просто шлем еще не купили, у нас денег пока не хватает чуть-чуть. Предвосхищая встречу с инспекторами, отдельные водители специально устанавливают номера на мотоцикл таким образом, чтобы он не читался. Водитель мотоцикла, право прижмите, остановите. Во время проверки выясняется, что у нарушителя еще и нет прав. Некоторые хитрецы покупают мотоциклы, которые выглядят как мопед, чтобы ездить без документов. Но и эти уловки хорошо известны. Опаснее всех лихачи на скоростных байках. Они часто не имеют документов на мотоциклы. Гонки с полицией им, видимо, доставляют удовольствие. На высокой скорости, уходя от погони, байкеры рискуют своей и чужими жизнями. Ночью 17 мая вот так же, пытаясь скрыться от инспекторов, насмерть разбился 20-летний студент Иван Казарес. По мнению полицейских, эффективно бороться с нарушителями поможет только ужесточение законодательства. Ввести за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции административный арест до 15 суток, чтобы они уже немножко думали, и, может быть, штраф ввести там довольно-таки серьезный, не то, что сейчас предусмотрено 200 до 500 рублей. Но пока депутаты размышляют над новыми законами, гражданам остается надеяться на здравый смысл мотоциклистов.